Всем привет! Сейчас я запишу обзор на геймпад iPega 9028. Приходит вот он в такой коробке с оригинальной голограммой. Вот, сейчас распечатаем. И посмотрим. О. У нас синенький. В комплекте инструкция на английском языке и кабель для зарядки. Значит, бывают они двух цветов. Это вот синий и на джойстиках тоже. И красный, вот как показано на рисунке, на коробке нарисовано. Значит, особенность в чем? У него корпус покрыт soft-touch пластиком, который приятный на прикосновение. И, видите, не оставляет отпечатки пальцев. При длительной игре рука не должна потеть и скользить. Ага, а еще, видите, как триггеры расположены. Не классически, два здесь и два здесь. А тут только два, а под низом еще два. То есть это мы, когда возьмем, будем вот этими пальчиками. Ну, по крайней мере, мне так удобно. Вот. Нажимать вот этими пальцами. А также у него есть тачскрин экранчик. То есть мы вводим и выбираем там игры и тому подобное. А так, тоже у него два симметричных джойстика прорезиненные, T-pad крестовина, Home большая кнопка, основные кнопки. Еще есть кнопки управления мультимедией и звуком. Громче, громче, тише, вперед-назад. Значит, разъем для подзарядки находится вот здесь. На задней части у нас кнопочка Reset тоже присутствует. Вот, вставляется телефон вот таким вот методом, видите, да? Выдвижная. То есть тут будет телефон очень крепко держаться. Точно не выпадет, можно хоть бегать с ним. Вставляем до 6 дюймов. Подключаем к Android, iOS и ПК. Ну, и вот, к примеру, подключим к ПК. Для этого мы зажмем Home плюс A. Еще у нас тут индикатор замигал. Индикатор замигал. На телефоне включаем Bluetooth. И подсоединяем. Все, есть. Так, есть. Значит, вот, если видно, вот видите, мышка по белому ходит. Вот, пальцем вожу по тачскринчику, и вон мышка. Надеюсь, вам видно. Так, где-то она убежала. Ладно, убежал. Ну и давайте. Уже наш шутер запустим. Нет, тут он не здесь, а здесь. Попадает в экранчик. Да. Значит, всем, кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Также будут доступны наши другие обзоры на iPad. Что я ничего не вижу. Какая-то темнота. Ага. Ага. Так, застрелили. Вот. Все, всем спасибо, до новых встреч. Если будут вопросы, задавайте.